О, подожди, какое-то тело. Ха-ха, это Борян, смотри. Бенди идет? Да ладно. А куда идет-то? Куда идет? А, слушай, он идет за нами. Давай, 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 беги, беги. Давай, давай, быстрей. Сюда можно пройти? Смотри, смотри. Да ладно. Всем кота, дорогие друзья, с вами котенок Лайк. И сегодня мы поиграем в игру Бенди и чернильная машина, глава 4. Спасибо вам огромное, ребята, за 50 тысяч подписчиков. Это очень круто, вы самые классные. Спасибо вам, Мурмяу. Это, ребята, фан-версия Бенди, поэтому будет не настоящая игра, но я думаю, все равно будет весело, интересно и задорно. К тому же уже толстый Борис у нас уснул. Почему он такой толстый? Непонятно. Игра прогрузилась. Так, смотри, это наш герой. Что-то мы какие-то сбудунищи, что ли? Да, была тяжелая вечеринка вчера. Оу, смотри, с кем мы спали. С маленькой игрушкой Бориса. Прикольно. О, кстати, это портки Бориса, по-моему, или Бенди. А, у Бенди нет штанов. Значит, это Бориса сушится. Или наши, я не знаю. Мы, к сожалению, себя не видим. Что-то здесь льется. У Бенди, кстати, почему-то завязаны глаза. Ладно, пойдем посмотрим. Может, здесь есть какие-то секретные кнопки, еще что-нибудь, я не знаю. Пошел ты, Бенди, написано здесь. Слушай, вечеринка, видимо, была крутая. Что-нибудь здесь нажать, взять можно? Как обычно во всех... Вау, смотри, толстый Борян какой. Круто. Интересная фантазия художника. Ну что ж, пойдем посмотрим. Пока здесь ничего такого сверхъестественного нету. Столы, стулья, двери. Интересно, открывается? Нет, здесь закрыто. Давай сразу поищем всякие заначки, пасхалки. Возможно, что-то здесь есть. Опачки. Музончик. Ту-ту-ту-ту. Суп, да? Так. Это что такое? Журнал, пластинка. А, смотри, толстый Борян сидит. Что-то он рисует. Смотри, какой тухлый. Прям как гамбургер, жертва Макдональдса. Я, конечно, люблю биг-тести, но всему должна быть мера. Мы почему-то не отражаемся в зеркале. Это не круто. Как вампиры прям. Пишите в комментариях, друзья, кто-нибудь видел когда-нибудь вампиров. Так, вентиль повернули. Чернила капать перестали. И мы зашли снова в какую-то секретку. Игрушка Бориса и Бенди, окей. Все понятно. Снова музончик. Приятный, приятный, мне нравится. Куча игрушек, смотри. Вентиль уже повернуть нельзя. А, так, проектор. На проекторе ничего нету. Здорово, Бендик. Golly gee. Things seem to must have messed up your face pretty good. Wait, так, твое лицо выглядит не очень. Подожди. Или твое лицо всегда так выглядит? Оу, слушай. Типа он прикололся, да, то, что у меня не очень лицо. Оказывается, оно так всегда выглядит. Да, интересно, что же у меня с лицом? Может, мне Борян усы нарисовал, я не знаю. Еще какая-то дверь, давай глянем. Закрыто. Окей. Так, что здесь еще? Фонари, прожекторы, Бенди. О, подожди, какое-то тело. Ха-ха-ха, это Борян, смотри. Слушай. Сколько бутылок. Да, Борян хорошо отдохнул, даже будить его неохота. Ладно, здесь пока ничего нет. Давай посмотрим, что здесь у нас находится. Так, он что-то говорит про картину. Видимо, здесь можно что-то нарисовать. Ну, давай глянем, посмотрим. Окей, так. Что-то какая-то заставочка началась. Сейчас посмотрим. Хоть это и фан-версия, но достаточно прикольно. Пока так динамично немножечко. Надеюсь, какие-то монстры на нас нападать здесь будут. Что здесь? Давай-ка подальше это. Оу, толстый Борян, кстати, смотри, сейчас к нему подойдем. А, это повешенный Бенди, смотри, он показывает палец, все окей, типа. Не, Бенди, это что-то не круто. Оу, подожди, а Борян же там остался.
какое-то сообщение. Так. It's a shame, really. I thought we were что-то going to на be the английском. Best But you have слушай, tried у нас одна дверь. Фу! Very well. Смотрю, у них нет повязок. You blindfold the cutouts. How smart. Что он говорит? You're a smart boy, Fett. You've always been. What would happen if I took я, the конечно, понимаю, off? Что надо сюда идти. Because I did. You should probably find a way out before Bendy comes. Бенди идет? Да ладно. Really. А куда идет-то? I just wish we could have... Куда идет? А, слушай, он идет за нами. Давай, 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 беги, беги. Давай, давай, быстрей. Сюда можно пройти? Смотри, смотри. Да ладно. А, нашел нас. Нифига себе. Мы, походу, не в ту дверь убежали. Слушай. Надо заново начинать. Ладно, сейчас я быстро пробегусь. Что ж, попытка номер два, дружище. Сейчас мы точно добежим. Давай сразу просто мчимся. Так, там у нас... Ох, там, кстати, смотрите, Барян даже лежал. Подожди, это нас поймали. И наше тело типа Барян. Слушай, вообще не пойму, куда бежать. Что здесь, нажать можно что-нибудь? Нет? А, ох, кто, посмотри. Фу! Успели убежать от Бенди. Да, вот это прикол. Короче, там надо найти толстого Баряна. Ничего мы здесь не пропустили, нет. Ничего, пойдем дальше. Слушай, прикольно. Коротко и движуха есть, это мне нравится. Отличненько. Там какой-то лифт, кстати. Кстати, лифт это хорошо. В третьей части мы упали на лифте. В официальной, естественно. Смотри, я могу проходить сквозь какой-то рубильник и видеть, что там есть. Прикольно. Как well-hack. Отлично. Что? I don't think the elevator is working. Это был мой лифт. Да, я думаю, он мне уже не поможет. Пойдем дальше тогда. Какие-то двери. Я надеюсь, здесь Бенди уже не будет. Судя по наличию чернил, он может быть. Студия записи. Какие-то двери еще. Ладно, сюда мы еще сходим. Давай посмотрим, что здесь есть. Так, шкафчики не открываются. Воу. Это как так? Это подожди. И по-любому еще вот эта дверь открывается, да? Смотри! Какая-то секретка. А, мы можем подтолкнуть скамейку. Да ладно. И залезть сюда. Смотри, секретная комната. Правда, здесь нифига нету. Но все равно круто. Да, хоть бы какой-то бонус. Что это? Это все баги текстур, видимо. Ладно, прикольно. Пойдем дальше. Посмотрим. Так, что, выйти не могу, что ли? Что за глюк? Все нормально стало. Все, идем. Микрофончики. Так, а здесь что интересно? Здесь Бендик. И больше ничего. Понятно. И нам осталось идти только сюда. Так, это меня не воодушевляет. Игрушка Бендика. Куча всего. А, все. Спасибо за игру в эту игру. И играйте в оригинальную версию на Steam. Ладно, ребят, надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал Котенок Лайк, а также на мой второй канал и мою группу ВКонтакте. Всем до скорых встреч. Мурмяу, пока.